И хотя результаты всех экзаменов еще неизвестны, документы вузы выпускники уже подают. Увы, но в этом году правила поступления в институты и университеты ужесточили. Копии аттестатов сразу в несколько учебных заведений уже не подашь. Выбирай один или опоздаешь. О новшествах Ксения Луговская. Еще в прошлом году можно было поступать на несколько специальностей. Главное указать, какая из них в приоритете. Сейчас правила стали более жесткими. Выбрать придется лишь одно направление. Если абитуриент по конкурсу не проходит, то на другую программу образовательную, которая была бы указана в перечне, он автоматически не зачисляется. А ему нужно будет написать во вторую волну новое заявление на новую программу, опять только одно, чтобы попробовать поступить уже во вторую волну. В этом году в Новосибирской области стало больше бюджетных мест на инженерные специальности. Это связано с реиндустриализацией экономики региона. Можно отметить, что на сегодняшний день уже есть, ну будем условно говорить, факультеты-лидеры, на которых подано большее число заявлений. К ним можно отнести факультет автоматики и вычислительной техники, энергетический факультет, факультет мехатроники и автоматизации. Руководители вузов отмечают, новые правила значительно усложняют жизнь абитуриентам. На момент поступления нужно точно знать, чем хочешь заниматься в жизни. В этом возрасте человек как-то не может определиться конкретно, на что он хочет больше. Поэтому такие жесткие ограничения, по-моему, не очень. Татьяне повезло, потому что она с 7 класса хотела поступать на факультет психологии. Документы подала в 2 вуза, но оригинал аттестата должна принести только в 1. Чтобы лучше разобраться в процедуре подачи документов в вуз, мы решили пройти через нее сами. У меня есть копия моего аттестата, паспорт, и я знаю свои баллы ЕГЭ по русскому языку и математике. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела подать документы в технический университет на факультет летательных аппаратов. Хорошо, можете в это окно. Копию паспорта, копию аттестата, оригинал паспорта. Копия аттестата. Паспорт. Назовите, пожалуйста, свои баллы по ЕГЭ по русскому. По русскому 75. Математика. 56. Физика. Пока еще неизвестно. Хорошо. Проверьте, пожалуйста, все правильно заполнено или нет. Если все правильно, с обратной стороны, где галочки, даты и подписи поставите. Все, осталось ждать итогов первой волны зачисления. Ксения Луговская, Вадим Антипов, новости ОТС.